Есть люди, которые просто не могут сидеть сложа руки. Их предназначение – воплощать добрые дела в жизнь, а деятельность не связана с получением материальной прибыли. Именуются они волонтерами. В Ленинском городском округе волонтерское движение – одно из самых активных в области. Возможности помогать хватает даже за пределами муниципалитета. Это жители с огромным энтузиазмом, да, это с огромной энергией, которые создают проекты, которые их реализуют. И наша задача, как представительного органа власти Совета депутатов Ленинского городского округа, именно создать комфортные условия для взаимодействия, для работы этих активных жителей, да, которые зовутся волонтерами, которые, не являясь волонтерами, просто оказывают содействие. Во время пандемии ковида такими волонтерами стали ученики художественного онлайн-сообщества под руководством Анны Мезиной, которая просто учила всех желающих рисовать, а после обратилась к своим подопечным с предложением присоединиться к проекту по росписи стен в детском корпусе медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Те с радостью откликнулись. Сердце откликнулось, что нужно помочь, и есть время, возможность, силы и желание. За все время проекта к работе подключилось более 30 учеников художницы Анны Мезиной. Они расписали холлы на трех этажах онкоцентра. Теперь эти яркие рисунки радуют маленьких пациентов и создают им настроение. Я вообще очень благодарна Анне, что она меня позвала. Ну, мимо пройти, никак нельзя, правда. Это, ну, прям вот до слез. Где-то до слез. Сейчас пойду поплачу. Просто я когда это вспоминаю, трогает сильно. На днях этих добрых душой людей награждали. Анна Мезина вручила волонтерам благодарности от руководства онкоцентра. Я безумно благодарна абсолютно всем людям, которые присоединились к этой акции. Этот объем было возможно сделать только благодаря тому, что собрались еще люди. Художественное сообщество волонтеров намерено продолжать свою деятельность и в скором времени дать жизнь новому проекту. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.